وحدات النقل المعلقة. نظام نقل متطور ومتميز في سماء مدينة دبي.
تجربة نقل حضرية من خلال عربات ذات تصاميم عصرية. تصاميم فريدة للمحطات ومتناغمة مع تصاميم محطات مترو دبي. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в чате, видно ли меня, слышно ли меня, как хорошо мне видно, как хорошо мне слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня видно и если меня слышно. Как всегда вижу, у нас есть отдельные энтузиасты, сразу очень много плюсов. Спасибо большое. Мы с вами, как самые пунктуальные, начинаем ровно в час. Ждем отличных новостей, да, очень хороший комментарий. Я тоже надеюсь, что у нас будут с вами только отличные новости. Так, ну, вроде бы все хорошо, давайте пока еще кто-то, если кто-то у нас еще подтянется, я пока еще раз представлюсь. Напомню вам, меня зовут Андрей, я являюсь маркетологом, копирайтером компании Skyway Capital. Большую часть текстов, которые вы видите у нас на сайте, которые вы видите в рассылке, в новостях, в наших дайджестах, все это написано мною. И вот, наверное, последний месяц я пробую себя и в качестве спикера компании, который освещает новости, который освещает последние темы, которые так или иначе связаны с проектом Skyway, с струнными технологиями, с транспортными технологиями и так далее. Вот. Ну и сегодня у нас мы проведем вебинар в таком же формате, как и в прошлый раз. Первые полчаса проведу его я, и вторые полчаса их проведет член правления Skyway Capital Алексей Сходов. Давайте, наверное, постепенно переходить к презентации, хотя я вижу, что люди потихонечку еще у нас подтягиваются. Спасибо большое, вижу, пишут успехов Андрей, очень приятно это слышать. Я на самом деле очень ждал нашего с вами второго вебинара. Договорились, я постараюсь снизить скорость с 500 слов в минуту до 150. Ничего обещать не могу, но очень постараюсь. Как я говорил, мы с вами в процессе проведения наших вебинаров будем пробовать разные форматы, может быть какие-то интерактивные, может быть какие-то новые. И сегодня я хотел бы, наверное, меньше времени уделить новостям и больше времени уделить каким-то таким более необычным новостям, которые связаны с проектом Skyway, но точно так же затрагивают и какие-то общие темы, например, транспортные технологии или инвестиции. Но перед тем, как мы перейдем к теме, которую я выбрал для сегодняшнего вебинара, кратко посмотрим последние новости, которые связаны непосредственно с проектом Skyway. Я выбрал такие новости три. Давайте о них коротко поговорим. Первая новость. Наверное, такая самая неоднозначная. Новость заключается в том, что открытие первой линии инновационного центра Skyway переносится. Наверное, самое главное, о чем здесь вас, наверное, как инвесторов, в первую очередь беспокоит, это причина, почему так произошло. Собственно, если вы прочитаете еще раз новость, которая есть у нас на сайте, которая была изначально на сайте главной компании, там указан комплекс причин, причем ключевая заключается в том, что в день, когда было назначено открытие первой линии, было помимо открытия первой линии, открытия нулевого километра, было назначено еще несколько отдельных крупных проектов, в том числе запуск блокчейн-платформы, должны были рассказать о запуске производственных площадей, на которых впоследствии будет строиться серийное массовое производство Skyway. То есть это должен был быть такой большой-большой праздник, который был связан с открытием сразу нескольких проектов. И так получилось, что к тому дню, на которой было назначено открытие первой линии, часть этих проектов была готова, а часть этих проектов была еще не готова. И поэтому для того, чтобы сделать вот это открытие полноценным, дату решили перенести. Но, наверное, главное, о чем нам с вами нужно знать и помнить о том, что следующая дата, которая появится, это будет однозначная и окончательная дата открытия первой линии инновационного центра. И мы ее с вами будем ждать. Потихонечку еще подтягиваются люди. Всем привет. Да, она уже перенеслась, я говорю, это новости, которые были за последние две недели, поэтому я их очень-очень кратко перескажу, скажу, что у нас вообще произошло за последние две с половиной недели. Вторая важная новость. Очень интересное интервью дал Анатолий Эдуардович Яницкий в Эктехнопарке. Три темы, такие три важные темы, которые он затронул.
Первое, он написал новую трассу, которая сейчас строится в экотехнопарке с технической точки зрения, о том, что на ней будет тестироваться как транспорт для УАЭ, так и транспорт для других адресных проектов. Второй важный момент, вот, который, наверное, такой красной нитью пройдет через наш сегодняшний вебинар, что цель экотехнопарка на данный момент – это отработка технологии. То есть это не столько представление технологии, сколько отработка всех нюансов для того, чтобы в конечном итоге технология получилась такой, какой она была задумана. То есть безопасной, экологичной, быстрой и так далее. И третий момент, который был затронут, это новые проекты корпуса. Там как раз прозвучали цифры тех площадей, которые уже сегодня готовы для запуска серийного производства SkyWay, ну, струнного транспорта. Там прозвучали цифры что-то в районе 10 тысяч квадратных метров. Вот. И в ближайшее время, я думаю, что мы с вами увидим и презентацию и этих новых проектов, и презентацию новых производственных площадей, где начнется как раз серийное производство струнного транспорта. Потому что, ну, я ориентируюсь пока что на дату Экспо 2020, когда на дату запуска линии в Дубае. Я думаю, что к этому сроку однозначно серийное производство должно быть уже налажено. Чуть громче, постараюсь чуть громче. Угу. У нас как раз сейчас возникала небольшая проблема со звуком, но я надеюсь, что меня хорошо слышно. Мы тут очень долго пытались его настроить. Надеюсь, что сейчас мы относительно хорошо, что меня сейчас относительно хорошо слышно. Ну и последнее, самое важное для нас с вами, это мы с вами перешли на подэтап 13.3. Это вот произошло, ну, буквально несколько дней назад, получается, неделю назад. И, наверное, в качестве такого обобщающего момента я еще раз хочу напомнить, ну, когда стала известна эта новость о переходе на следующий подэтап, я посмотрел новости за последние 5 месяцев, за вот текущий, за прошедший уже подэтап, и посмотрел, какие ключевые события, какими ключевыми событиями заполнился этот подэтап. И вот здесь я выделил 6 ключевых, наверное, моментов, которые... Вообще я очень удивился, что, ну, вот, буквально за 5 месяцев такое огромное количество важных событий, которые, ну, показывают, на мой взгляд, не просто перспективность, а уже эффективность проекта SkyWay, произошли. То есть был представлен тропический уникарн для УАЭ, произошло расширение производственных площадей для ЗЭО струнной технологии непосредственно в Беларуси. То есть строительство началось, по-моему, еще в прошлом году, в конце прошлого года, в этом году эти площади сдали. Началось строительство первой 400-метровой трассы SkyWay Sharjah, вот, которая в ближайшие, я думаю, месяцы будет открыта. Прошла грандиозная презентация на Всемирном правительственном саммите в феврале. Я прям вспоминаю, как у нас там было буквально 2 недели, огромное количество новостей о том, как все СМИ УАЭ и, в принципе, ближневосточные СМИ писали о том, какой резонанс произвел струнный транспорт. Пятая – это презентация UniWind, тоже мне она очень запомнила, самого легкого экономичного струнного транспорта, то есть постепенно расширяется линейка струнных машин, моделей. И, конечно, подписан проект строительства 15-километровой трассы SkyWay в Дубае. То есть первый такой крупный инфраструктурный проект, где мы сможем посмотреть на работу струнного транспорта именно в действии с живыми пассажирами. Это, наверное, из ключевого обзора новостей самое важное вычленил. И теперь давайте поговорим о новости, которую я хотел бы обсудить сегодня. Именно тема, которую, ну, как бы заявленная мной тема, это автономный транспорт Tesla против SkyWay. Сначала, что послужило инфоповодом для обсуждения этой темы. В апреле этого года Tesla анонсировала запуск сервиса беспилотных такси к 2020 году. Меня это беспокоит по двум причинам. Во-первых, потому что струнный транспорт, как вы знаете, он тоже является автономным. То есть это транспорт без водителя, который просто движется от одной точки к другой, при этом обеспечивая очень высокий пассажиропоток. Но при этом сегодня я хочу поговорить о том, почему вот эта идея и вот эта новость, она является нежизнеспособной. То есть, если обозначить саму тему, я хочу поговорить о 5 причинах, почему Tesla не сможет к 2020 году запустить сервис беспилотного такси, то есть автомобили, которые смогут самостоятельно ездить по городу, подбирать пассажиров, возить их до нужной точки. И при этом мы уже сегодня можем представить технологии, и даже представляем технологию, которая в том же направлении уже является эффективной и работоспособной. При этом при меньших ресурсах и при меньших трудозатратах более экономичную и однозначно более безопасную технологию. Первая причина, она довольно очевидная, это недостаточная автономность. У транспорта существует 5 уровней автономности транспорта. Первый уровень – это
когда транспорт полностью контролируется водителем. То есть, когда вы сидите за рулем своего транспорта, когда вы выжимаете сцепление, когда вы нажимаете на газ, на тормоз, это такой первый или нулевой уровень автономности транспорта. То есть, когда, в принципе, не нужны какие-то дополнительные технические средства для того, чтобы каким-то образом вам помогать. Второй уровень – это содействие водителю в ускорении управления. То есть, когда для того, чтобы плавнее останавливаться, плавнее ускоряться, используются какие-то дополнительные технические программы. Третий уровень автономности – это когда автомобиль следит за обстановкой с помощью сенсоров, когда автомобиль может, например, разгоняться до 60 км в час, и при этом при такой скорости даже не требуется серьезное внимание водителя на дороге. То есть специальные сенсоры, они показывают, что происходит вокруг, и в зависимости от этого они подают сигналы водителю, ориентируясь на которые он может двигаться по дороге. Четвертое – это автоматизированное рулевое управление, то есть когда транспорт движется абсолютно самостоятельно, там даже не нужен водитель, но при этом такой транспорт с таким уровнем автономности, он, например, не может двигаться по шоссе, или он, например, не распознает пробки, потому что там абсолютно непредсказуемое движение. И пятое – это полная автоматизация без руля и педали. То есть когда у нас есть некий, это даже уже можно называть не автомобилем, а некий вот как бы такой модуль, в который садится человек, и он доставляет тебя из пункта А в пункт Б. Вот Tesla заявляет, что буквально через год, получается, с 2019 до 2020, они представят транспорт с пятым уровнем автономности. Теперь самое интересное. Самое интересное заключается в том, что на сегодняшний день нет даже автомобиля, обычного автомобиля, с третьим уровнем автономности. То есть вот как бы есть второй уровень, ну первый, это понятно, с третьим уровнем автономности такого автомобиля еще не существует, серийного. Единственный пример, который был близок к этому, это модель Audi A8, которая должна была выйти в январе этого года, но ее отменили по причине того, что просто не смогли согласовать нормативно-правовое регулирование такого автомобиля, который мог бы самостоятельно ехать по дороге, и при этом как бы водитель не держал бы руки на руле. Ну, то есть, как бы вы можете себе представить ситуацию, едет автомобиль, человек как бы руки не держит на руле, его видит какой-нибудь гаишник, и как бы, вот что ему делать? Ему нужно останавливать этого человека, ему нужно, ну, очень, очень сложный с нормативно-правовой точки зрения вопрос. При этом для Skyway такой уровень автономности не требуется. То есть требуется третий уровень автономности, но, скажем так, при минимальных характеристиках. То есть так как транспорт Skyway движется по прямой, то есть по конкретно заданному маршруту, ему, его датчикам необходимо гораздо меньше, учитывать гораздо меньшее количество объектов, которые находятся вокруг него. Поэтому сегодня, то есть, ну, транспорт Skyway является полностью, в данном случае он является на третьем уровне автономности, и он является полностью функционирующим, в отличие от транспорта Tesla, который только планируется через год показать полностью автономный автомобиль. Вторая причина, такая, наверное, чуть более сложная, она заключается в том, что для полностью автономного транспорта, который сможет очень быстро реагировать на то, что происходит вокруг, то есть если выбегает, там, не знаю, собака, человек или еще что-то, или ему нужно остановиться перед светофором, он моментально это сделает. Для того, чтобы получить такой транспорт, необходимо массово распространить сети 5G, потому что автомобиль и техника, которая находится внутри него, она должна постоянно обмениваться огромными потоками информации со спутником. И для того, чтобы обеспечить эту высокую потоковость, необходимы сети 5G. Проблема заключается в том, что на данный момент в США есть всего два города, в которых действуют сети 5G. Илон Маск говорит, что так как к 2020 году автомобили автономные будут распространены повсеместно, он, видимо, предполагает, что эти сети будут распространены по всей Америке или хотя бы в радиусе крупных городов. Это невозможно. Опять же, невозможно по ряду причин. Например, потому что, возможно, вы слышали про, ну, я надеюсь, что вы слышали про компанию Huawei. Huawei, мы ее знаем как производителя мобильных телефонов, но в первую очередь это крупнейшая в мире телекоммуникационная компания, которая занимается разработкой оборудования 5G и его распространением и установкой. И вот когда в прошлом году компания пришла в Америку, когда она сказала, мы готовы обеспечить Америку сетями 5G, американское правительство сказало, что, слушайте, ну давайте, хорошо, вы обеспечите нас 5G, но при этом дайте нам, пожалуйста, доступ к той информации, которая будет обмениваться через ваши сети. А китайцы сказали, что нет, мы не можем этого сделать. И американцы развязали торговую войну, которая сейчас продолжается с Китаем. Это, вернее, одна из причин, почему там Huawei сразу же с рынка стали убирать. Почему Google, например, отключил все свои сервисы от Huawei и так далее. То есть признаков для того, чтобы
появилось вот это вот массовое распространение сетей 5G в Америке, которое необходимо для автономного транспорта, его просто нет. И тут появляется резонный вопрос. Если такой системы нет в Америке, то, скорее всего, его нет и в Европе, и в Беларуси, и так далее. То есть, а как же тогда работает струнный транспорт? И здесь все гораздо проще. Струнному транспорту для того, чтобы двигаться по рельсам, ему не нужно 5G. Автономность транспорта Skyway обеспечивается программой и датчиками, которые в него встроены. То есть все, что нужно, это откалибровать программу по заданным параметрам. То есть по параметрам того, сколько человек в него будет садиться, какое расстояние, например, находится между анкерными опорами, между станциями и так далее. И, собственно, именно для этого и нужен экотехнопарк. Для того, чтобы вот эти вот детали, вот эта вот калибровка, она происходила с максимальной точностью. То есть Илон Маск в большей степени надеется на то, что как бы у него будут супернадежные спутники, которые будут постоянно передавать ему информацию. А мы в первую очередь сейчас надеемся на работу наших инженеров, которые смогут создать идеально выверенную программу и протестированную программу в экотехнопарке и в инновационном центре Skyway в Оаре. Третья причина, вполне такая вытекающая из двух предыдущих, личный беспилотный транспорт просто слишком дорогой. То есть, если мы с вами предположим гипотетическую ситуацию, что Tesla смогли разработать действительно рабочую технологию, что они смогли покрыть сетями 5G всю Америку, всю планету, проблема заключается в том, что для того, чтобы обеспечить автомобиль необходимой техникой, которая будет обмениваться информацией со всей окружающей средой, нужно огромное количество денег. То есть, такой автомобиль будет примерно в 2-3 раза дороже, чем обычный классический автомобиль. А если вспомнить о том, что транспорт Skyway по причине, опять же, простоты технологии, по причине простоты изготовления, больше получается материал емкости, он в 2-3 раза дешевле, то текущий, существующий автономный транспорт Skyway, он уже примерно в 5-6 раз дешевле, чем гипотетически несуществующий беспилотный транспорт Илона Маска. Единственный пример, который здесь можно привести, заключается в том, что на данный момент полностью беспилотный транспорт доступен только для военной обрабатывающей промышленности. По двум причинам. Потому что там не требуется такой уровень отслеживания окружающей среды. То есть, если у вас есть, например, вот какой-то большой грузовик, который должен доехать из пункта А в пункт Б, погрузить там какой-то песок, щебень и так далее, все, что ему нужно сделать, это проехать по прямой линии, загрузиться и повернуться обратно. Вот, то есть, как бы тот уровень автономности, который обеспечивается для грузовых автомобилей, он значительно меньше, чем тот, который необходим для личного транспорта. Ну и плюс, конечно же, он гораздо быстрее окупается, потому что он работает на какой-то конкретный продукт. Четвертая причина, такая в большей степени обобщающая. На рынке на данный момент мало моделей технического оснащения автономного транспорта. То есть Илон Маск, когда он делал заявление о том, что у нас появятся беспилотные автомобили, он говорил, что они не будут использовать сторонние технологии, которые уже существуют на рынке. Там буквально, по-моему, 2-3 компании есть, которые сейчас предлагают собственные решения для автономного транспорта, и они разработают собственный модуль. И проблема заключается в том, что даже те решения, которые существуют сейчас, они недоработаны. То есть ни одна компания, которая уже имеет решение для автономного транспорта, она боится выпускать его на рынок, потому что оно слишком нестабильно, проблемы с нормативно-правовой базой, проблемы с безопасностью и так далее. И как бы надеяться на то, что за один год будет создана технология, которая будет удовлетворять одновременно всем потребностям рынка, и при этом она будет где-то нормативно закреплена, это, конечно, ну, как минимум опрометчиво. И последняя причина, наверное, с точки зрения какого-то такого в большей степени отношения с позиции пассажиров, с позиции людей, которые с позиции пешеходов даже, наверное, самое важное, она заключается в том, что на данный момент компании, которые занимаются разработкой автономного транспорта, и не только Tesla, и в принципе все компании, они не работают вместе для обеспечения общественной безопасности. То есть если вы вспомните историю, например, марта 2018 года, когда автономное такси Uber впервые сбило пешехода насмерть. То есть вот такие ситуации, они показывают, что, скажем так, по-другому строится отношение у крупных компаний к высоким технологиям. То есть вот дальше есть такой хороший пример. То есть Tesla, обобщая все уже сказанное, Tesla хочет через год выпустить на рынок сырую технологию, которая не опробована в реальных условиях,
Но, тем не менее, она хочет это сделать для того, чтобы показать миру, что такая технология есть у нее у первой. А в то время как, например, проект строительства трассы Skyway в Дубае, который вот недавно был обозначен 15-километровой трассой Skyway, он объявлен только через 3 года тестирования струнного транспорта в ЭКО-технопарке. То есть, когда там все было выверено, когда мы были абсолютно уверены в том, что в том, как он будет ехать, в том, какие для этого нужны технологии, какие для этого необходимы условия. Знаете, вот пока я об этом рассказываю, я тут вспомнил такой пример, может быть, он не совсем подходящий в контексте, наверное, он не технологичный пример, но, тем не менее, очень такой, мне кажется, показательный. Он связан с режиссером Уолтом Диснеем. Когда к Уолту Диснею приходили молодые начинающие сценаристы, когда они приносили ему какую-то историю, какой-то свой сценарий, первое, что спрашивал Уолт Дисней, он спрашивал, какой будет последний кадр. То есть он спрашивал о том, на какую цель нацелено то или иное произведение. И вот здесь, мне кажется, происходит подмена понятий между Skyway и между другими крупными технологическими компаниями. Потому что та же Tesla, тот же какой-нибудь Boeing, они направлены на то, чтобы показать миру некую технологию и сказать, что она у нас есть, и она самая лучшая, и все. А Skyway, ее последний кадр заключается в том, чтобы обеспечить людей безопасным и экологичным транспортом, который поможет им жить лучше. То есть в первую очередь она направлена на людей, а не на саму компанию. Наверное, из основных новостей это все. И, в принципе, тема, вот, которую я хотел бы сегодня обсудить, наверное, на этом мы с вами закончим. Единственное, о чем бы я хотел вас спросить, в будущем я хотел бы разнообразить формат вебинара и хотел бы вносить какие-то новые дополнительные темы. И в первую очередь мне хотелось бы узнать о том, что интересно для вас. Я вот, например, выбрал, ну, такие три крупные глобальные темы, которые, мне кажется, было бы интересно обсудить в будущем. Оп, так, сейчас, вот так. Три крупные глобальные темы, которые хотелось бы обсудить в будущем, или попробовать три таких формата. Первое – это формат вопрос-ответа, то есть, когда вы заранее, например, ВКонтакте или в Фейсбуке или через Google форму присылаете, например, вопросы, и я на них отвечаю вместе с Алексеем. Второе – это вопрос личных инвестиций, потому что, ну, я... Если не ошибаюсь, на данный момент очень мало затрагивается эта тема, то есть тема инвестиций в целом, там акций, облигаций, дивидендов, в чем вообще, как, например, заниматься диверсификацией своего портфеля, какие бумаги покупать, то есть, ну, не прямые инвестиционные советы, но хотя бы такая вот базовая ликбез финансовой грамотности, потому что, мне кажется, это тоже достаточно интересная тема для абсолютно любого инвестора. И третье – это современные технологии. То есть современные технологии в контексте, опять же, в контексте транспорта и в контексте, наверное, в целом развития проекта Skyway. И вот мне очень интересно, вот сейчас, пожалуйста, напишите, какие бы темы, вот, может быть, из этих трех, может быть, из тех, которые вам просто было бы интересно послушать, вам были бы интересны. Вот напишите, пожалуйста, в общий чат, о каких темах вы хотели бы поговорить, какие темы хотели бы обсудить. В контексте этих трех тем или, возможно, в контексте тех тем, которые интересны лично вам. Хотела, чтобы спикер прислушался. Угу. Тема, как сделать спикеру речь четче, чтобы он видел зрителей, что мы ему пишем. Угу. Давайте я отнесу это к категории вопрос-ответ. Личные инвестиции, хорошо. Если у вас есть какой-то конкретный вопрос, возможно, даже в контексте личных инвестиций, вы тоже можете его написать. То есть, возможно, вот что-то конкретное, о чем вам хотелось бы послушать в контексте личных инвестиций. Что-то еще, может быть, будет? Что-то я видел, у нас прям так чат все менялся, пока я говорил. А когда я задал вопрос, он прям остановился. Оформление документов и наследство, интересно, хороший вопрос. Еще что-нибудь? Давайте я дам, наверное, минуту. Личные инвестиции в токены, тоже хорошая, интересная тема, отлично. Что-то еще? Инвестиции усилий, время, сил, современные технологии. Так, оп, Тамара, у вас там прямой эфир шаржи, наследование долей, о дивидендах, о токенах. Я думаю, кстати, Алексей сегодня коротко затронет эту тему. Что-то еще, может быть, из тем?
Еще кто-то не переключился с английского языка? Будет ли внутренняя биржа? Тоже хороший вопрос. Хорошо. Что было подписано немецким? Вот вопрос Ирины, он тоже сегодня, я думаю, его Алексей затронет, когда будет обратный выкуп акций компании, инвестиции в токены, интересно. Да, я вот вижу, что несколько раз прозвучала тема инвестиций в токены. Я думаю, это можно будет обсудить. Только внутренней бирже или на общую биржу выйдут токены. Это все касается как раз токенов. Что-то еще? Ну, наверное, тогда на этом мы с вами будем заканчивать. Наследование долей, видеошаржа у вас нет. Я вам гарантирую, что все вопросы, которые вы сейчас написали, я их учту. И я думаю, что к следующему вебинару, через 2 недели, мы подготовим какой-нибудь формат, в котором вы сможете либо проголосовать за новые темы, либо те темы, которые вы сейчас написали, я представлю в каком-то конкретном списке, чтобы мы посмотрели, какие из них наиболее интересные. Плюс придумаем какой-нибудь формат, в котором вы могли бы еще заранее, вот за 2 недели, написать о том, что вам было бы интересно послушать, о чем вам было бы интересно узнать. Нет, наш вебинар не по понедельникам, это просто причина в том, что у нас в среду был праздник, поэтому не хотелось его как-то так. В общем, не хотелось нам вам портить праздник, выходить в праздничный день. Вот, поэтому мы перенесли вебинар с прошлой среды на понедельник. А так мы будем продолжать выходить каждую среду, вернее, раз в 2 недели. Да, вот это хорошая идея, сделать лист опросов в Google Доке. Я обещаю, что обязательно какой-то формат через 2 недели мы его с вами опробуем. Так, ну и давайте, наверное, я буду заканчивать со своей частью. Мне, опять же, было очень приятно сегодня говорить с вами. Я надеюсь, что и вам тоже. Я стараюсь, честное слово, стараюсь учитывать ваши пожелания. Вот, и я обещаю, что прочитаю все, что вы написали сегодня в чате. Вот, постараюсь учесть все ваши пожелания. Вот, и надеюсь, что в следующий раз у нас вебинар пойдет еще лучше. Вот, а теперь я передаю, наверное, слово Алексею Сходоеву, который расскажет о последних новостях Skyway. Здравствуйте, дорогие участники вебинара. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Очень рад вас всех видеть. Буквально вернулись мы с коллегами с Риги. Там прошла очень мощная конференция. И очень мощное движение в ближайшее время будет запущено, о чем мы неоднократно говорили, это сеть амбассадоров. То есть мы уже будем выстраивать коммуникации не просто от человека к человеку, а конкретный подготовленный десант будет высаживаться в ту или иную страну. Мы будем его снабжать маркетинговыми активностями, трафиком, то есть людьми, которые уже будут подготовлены на общение с ними. Причем это будут тысячи людей, ну, как минимум в начале сотни людей. Конференции будут проводиться. То есть будем уже дублицировать ту систему, которую мы отработали ранее. То, что касается Нигерии, то, что касается Африки. И первый посол у нас такой, то есть амбассадор, это по-русски посол. Но так как компания у нас международная, то мы решили назвать это все в виде амбассадора. И первым у нас был Кристиан. Кристиан показал. Доказал, что эта система работает, и поэтому я чуть попозже вернусь более подробно. Те, кто чувствует, что будет удовлетворять требованиям, которые я опишу, можно писать мне на почту. Я думаю, что по этому поводу мы создадим общую почту для заявок на амбассадоров от Skyway Capital. И повторюсь, этот вебинар именно все самое интересное и актуальное в проекте Skyway, но в разрезе спикеров и инвестиционной площадки, глобальной мировой инвестиционной площадки Skyway Capital. То есть тот, кто будет из сторонних партнерских фондов слушать нас, имейте это в виду. И мы вещаем с одной стороны для всех, но с другой стороны, конечно же, в разрезе в первую очередь головной компании и во вторую очередь Skyway Capital.
И я хотел бы остановиться на этой картинке. Я хотел бы построить наш вебинар таким образом, что сейчас появляется все больше и больше новостей. Да, кто-то испытывает, возможно, информационный вакуум, и кому-то хочется, чтобы в реальном времени была видеосъемка в шарже. Но поверьте мне на слово, там даже дрон сейчас очень слабо пролетит, потому что это охраняемая территория, это закрытый режимный объект. И то, что там происходит, это защита наших с вами инвестиций. Сейчас все больше и больше людей мотивирует именно нематериальные составляющие и мотивация инвестировать в проект Skyway, потому что все больше и больше людей, наоборот, понимают то, что капитализация будет огромная. И на этом слайде я привел такие вот расчеты потенциальные экспертов, какая капитализация будет вообще транспорта над землей. Это новая индустрия, которая является ярчайшим трендом, который сейчас выходит на просторы планеты. И компания, одна из пионеров и самых прорывных исследований, самых реальных в первую очередь исследований и создания первых реальных образцов машин, это наша компания. И я не исключаю, что мы так и останемся пионерами, и нас будет очень сложно догнать, потому что у нас есть одно. Это долгосрочнейшая стратегия развития на 5, 10, 20, 30 и даже 50 лет вперед. И что отличает компанию Skyway, я неоднократно это повторял, это ускорение обмена веществ планеты Земля и всего человечества за счет вывода всего вредного за пределы нашей Родины, нашей матушки, нашего дома, планеты Земля. И основная миссия компании заключается в том, чтобы капитализация. Какая капитализация? Вот, кстати, наблюдая за Игорем, дорогие тролли, у меня жесточайший иммунитет против вас. Я вас очень люблю, вы очень сильно закаляете. Если ты тролль, поставь плюсик, мы будем знать наверняка. Возможно, Андрея вы как-то сможете сбивать, но меня очень сложно сбить. Поэтому мы приглашаем все больше и больше троллей на наши вебинары. Возможно, я ошибаюсь, что никого не называю троллем, но 99% населения земного шара будут так или иначе пользоваться технологией транспорта над землей. Потому что то, что я сегодня покажу, на самом деле это очень сильно меня лично промотивировало бы инвестировать. И не только ввиду спасения экологии, в будущем это предотвращение экологической катастрофы. Я не боюсь этих слов, потому что транспортное решение, которое создается сейчас, это только начало. И это только первые шаги нашего пути, это только первые будущие реализованные проекты, которые финансирует сейчас народ Skyway. И в будущем мы будем захватывать очень серьезные рынки и финансировать буквально за несколько месяцев серьезные большие проекты. И давайте пообщаемся насчет темы. Андрей осветил очень серьезную тему по поводу наших неконкурентов, потому что у проекта Skyway нет конкурентов. Но какие вообще современные облегченные средства передвижения человека на сегодняшний день? И человек всегда стремится к повышению своей мобильности и развитию городов таким образом формируется, что города все больше и больше расширяются, потому что скорости передвижения увеличиваются и потому что нет границ для мобильности, для перемещения человека. Человек хочет абсолютной свободы. Поэтому люди создавали и будут создавать испокон веков и далее, и после массового занятия рынка транспортом над землей. Различные средства передвижения, с помощью которых можно как-то объехать пробки, но их становится настолько много, и они становятся настолько небезопасные,
что сейчас это не просто не решает проблемы мобильности, но это и делает проблемы мобильности еще более серьезными. Хотя начиналось все хорошо. Начиналось как лошадиные дилижансы, когда человек еще было ходил пешком, потом перемещался, может быть, на каких-то более совершенных средствах передвижения. И сейчас мы видим вот скутеры, байки, тук-туки. Это рынок Азии, это рынок в том числе и в Европе получается, появляются такие сейчас способы передвижения. И на сегодняшний день мы видим, что это не решает абсолютно проблем совсем. Потому что санктео, с перевода это две скамейки, то есть очень простой такой автомобильчик, это переделанный японский минивэн. Вот вы видите слева, вверху, в углу этот санктео находится. Но данных тук-туков, данных Сантео становится настолько много, что даже отличаясь высокой маневренностью, даже отличаясь возможностью легкого проезда без заранее оплаченного абонемента, без заказа услуги, даже при скоростях больше средней скорости пробки, то есть это больше 50 км в час, не решает абсолютно проблемы. Я уж не говорю про систему безопасности, что нет ремней безопасности, нет никаких окон часто и часто открытый кузов. Поэтому это максимально, на мой взгляд, мотивирует те страны, которые яро испытывают эти проблемы, инвестировать в проект Skyway. Но для чего? Для реализации или адресных проектов? И у нас с вами была эта возможность, был этот шанс, мы его не использовали, потому что мы с вами оказались некомпетентными, попытались, постарались, кто-то ходил по администрациям. Сейчас это абсолютно запрещено делать, так как мы с вами доказали свою некомпетентность. Я лично тоже доказал свою некомпетентность, и, возможно, из-за этого не появился первый адресный проект на территории Челябинской области, который мог быть и первым адресным проектом вообще в России и, возможно, в мире. Потому что продавать первые проекты и вести такие серьезные сделки, которые будут масштабироваться, может только головная компания. И мотивирует как раз-таки решение этой проблемы, решение проблемы передвижения. И это максимальное, так скажем, благо нашей корпорации, нашей компании, которая в обратном эффекте получит очень большую прибыльность и максимальную капитализацию компании. Давайте посмотрим на то, что еще человек делал. И сегодня я немножко хотел бы затронуть такие драматические моменты, потому что у нас новостей действительно очень много. Мы сегодня пообщаемся и насчет Арабских Эмиратов, и насчет нового вида трассы в Мариной Горке. Но хотелось бы, чтобы вы понимали вообще, а каким образом человек пытался решить эти проблемы. И, казалось бы, вот эти вот средства передвижения, которые изображены у нас на слайде, это такие инструменты модных людей, хипстеров их называют. То есть различные сегвеи, различные моноколеса, даже моноскейт, моноскутер, электровелосипеды и многие-многие вещи, которые раньше нам казалось, что возможны только абсолютно в будущем. Они сейчас происходят, и несмотря на то, что вот возьмем компанию Segway, я был поражен, и я был потрясен. Вот, казалось бы, слева достаточно безобидная картинка, и туристы перемещаются, может быть, это жители городов, может быть, это почтальоны, может быть, это полицейские, потому что вначале Segway был одобрен и разрешен только почтальонам, полицейским, то есть спецпрофессиям, которым нужно было быстро, мобильно
перемещаться. И в 2010 году трагически погиб, разбился Джимми Хессельден. Это владелец вообще компании Segway. Это очень серьезный меценат. Это человек, который, несмотря на то, что запомнился и военными контрактами в США, но очень много тратил денег на благотворительность. И создатель этого транспорта, это называли транспортом будущего, разбился, не справившись с управлением, с 10-метровой высоты, когда перемещался на своем любимом, я думаю, Segway, и упал в реку. Многочисленные переломы не смогли спасти этого человека, и сейчас более чем в 44 странах это средство передвижения разрешено. Но решает ли это проблемы мобильности и вообще безопасно ли это? Я хотел бы остановиться на электроскутерах. И поставьте плюсики, кто, возможно, с Европы или видел вообще вот эти способы передвижения, транспортные компактные модули, когда был в Европе. На самом деле это тоже небезопасный способ передвижения, потому что вот буквально на прошлой неделе, несколько недель назад, трагически погиб. То есть это было ДТП с летальным исходом, на большой скорости не справился с управлением человек электросамоката. И казалось бы, это игрушки, казалось бы, это какое-то развлечение, но люди используют это для того, чтобы приехать на работу и в повседневной жизни. Но этот транспорт убивает людей и убивает также на том же уровне, что сегодня не решает автомобильное перемещение текущих транспортных поставленных задач по мобильности. Многие запомнили шеринг велосипедов и электровелосипедов. Я хотел бы очень подробно остановиться на мотор-колесе. И я прекрасно знаю, прекрасно вижу, что кто-то уходит даже с пути Skyway и начинает развивать те компании, которые занимаются чистым производством мотор-колес. И также огромный рынок для мотор-колес представляет именно частного производства. Вот как раз-таки электровелосипеды. Но вот я недавно также был в Европе, и мы с друзьями пробовали вообще вот в одной из стран арендовать этот вид передвижения. И в более чем 5 автоматах был отказ, потому что система не работала. То есть на дотации эта система была поставлена каким-то образом. И так, Галина, слушать невозможно. А что невозможно слушать, напишите, пожалуйста, более подробно. Но никто сейчас эти автоматы не ремонтирует, никто их не поддерживает. То есть по какой-то определенной причине это было сделано, но сейчас никакого продолжения нет абсолютно. И что нас ждет в плане шеринга велосипедов? Я могу даже привести криптопроекты, которые использовали свои токены. OCN есть такой тикер, Odyssey Network. И в прошлом году, в 2017 году, они очень серьезно взлетели, но также и стремительно упали, ударились об асфальт, потому что, взглянув на эти картины, понимаешь, что будущего у экономики шеринга на текущих способах передвижения нет абсолютно. И будущего экономики шеринга на способах передвижения, как компания Uber, как компания Lyft, я неоднократно это говорил на вебинарах, что его тоже абсолютно нет, и это показали институциональные инвесторы. Это показали биржевые сводки и падение компании Lyft, она сейчас до сих пор не может оправиться, Uber еще как-то более-менее себя чувствует, но выиграли только первые инвесторы, в числе которых мы с вами и являемся. Это pre-seed stage, это предпосевная стадия венчурного финансирования, и это также нематериальная ценность вхождения сейчас, здесь и сегодня в компанию проекта Skyway. Потому что когда будет выход на security token offering, то есть STO, я думаю, что
будет построена маркетинговая программа, чтобы 1-2 доллара была достигнута стоимость токена. Это мой взгляд, это не финансовый совет, это чисто мое мнение, которое не претендует ни на какую публичность. И далее, уже через 3, к примеру, года растущие показываемые прибыли, 4 года будет выход, к примеру, на IPO. Это будет не 1 доллар, который нам говорили и который был заложен, я сейчас это понимаю, с огромным пессимизмом, с огромным запасом Анатолием Эдуардовичем Юницким, так как он спроектировал всю систему краудинвестинга. Это будут более серьезные показатели, потому что те компании, которые занимаются производством одежды и показывают прибыль 100-200 миллионов долларов, вы, я думаю, понимаете, что эта прибыль будет несколько больше в секторе транспорта над землей, нового сектора. И это будет такой же стремительно растущий сектор, как когда-то развивалась микропроцессорная электроника, потом появились персональные компьютеры, потом появились смартфоны. Сейчас развивается активно искусственный интеллект и так далее и тому подобное. Это тренд, который невозможно не замечать. И поэтому те компании, которые как-то даже выдержали вот этот сложный путь в становлении, развитии эпохи индустрии транспорта над землей, также сейчас будут всплывать так или иначе в тех странах, в тех проектах, на которые вступает нога SkyWay. Будьте к этому готовы, потому что будут очень много ребят, которые захотят отщипнуть кусок от этого триллионного пирога, который сейчас с вами мы начинаем печь. И очень много желающих будет войти также в эту индустрию. И я могу сказать, мы не будем единственными, но мы можем быть первыми и самыми перспективными, самыми мобильными, самыми изменяющимися в рамках и в трендах времени и меняющий модельный ряд настолько быстро, что никто и никогда нас не сможет догнать. И тренд этого века, на мой взгляд, это не просто транспорт над землей, потому что были попытки различных компаний. В 2016 году даже был специальный вебинар, где я разбирал все эти тренды, но многие компании ушли с рынка, потому что они делали угловатые, не аэродинамичные абсолютно решения, которые вообще не могли зайти на этот рынок. Но необходимо создать с чистого белого листа экономичный, экологичный, оптимальный, безопасный транспорт над землей, что и сделал Анатолий Эдуардович Юницкий. И это можно сравнить с такими миссиями, которые выполнил, к примеру, Билл Гейтс. Он не задумывался над тем, чтобы создать суперпрорывную операционную систему. Он сделал универсальный стандарт операционной системы, которая связывает все компьютеры. Поэтому максимальная прибыльность, поэтому максимальная капитализация. И это максимальное благо на тот момент, которое корпорация Microsoft принесла миру, потому что компьютеры были очень сложно управляемыми, и многие домашние пользователи, они не могли использовать очень сложные машины. Далее Сергей Брин и Ларри Пейдж придумали, как объединить и сделать простым для взаимодействия людей и передачи информации информационное виртуальное поле и создали компанию Google. Далее Стив Джобс, используя свой гараж, создал первые в мире удобные действительно для корпораций, для бизнесменов Маки. Первая партия была заказана, и представьте, какую прибыль получили первые инвесторы, кто инвестировали в разработки этого гаража. И он решил проблему максимально простого гаджета, девайса, который начал порождать несуществующие до этого индустрии, которые сейчас являются многомиллиардными компаниями, такие как Twitter, как Instagram, такие как WhatsApp и компании, другие корпорации начинают друг друга даже покупать. Что можно сказать о WhatsApp и Facebook? Но если говорить про компанию SkyWay, у нас всегда есть свой уникальный путь развития.
И я хотел бы привести такой пример, почему, когда приезжают очень серьезные делегации, у нас начинает светить солнце. Почему, когда вот это была ситуация в Литве, у нас просто деньги лежали как будто в сейфе, и с течением лет мы даже заработали на курсе. Почему сейчас мы не вышли на крипторынок? Почему прошлым летом не вышли на крипторынок? Потому что если бы мы вышли на крипторынок прошлым летом, то мы бы потерпели бы огромные убытки, как все те компании, которые попали в условия влияния криптозимы, ядерной зимы, я бы так сказал. Сейчас наступает весна, скоро наступит лето, и как раз, когда, на мой взгляд, биткоин уже будет приближаться 20-30 тысячам долларов за один биткоин, очень вовремя мы сможем выйти. И что отличает Юницкого? Он не занимается конкурентов, у нас нет конкурентов по транспорту второго уровня, ввиду того, что у нас очень широкий модельный ряд, и мы решаем фактически все инфраструктурные задачи для любого способа перемещения пассажиров, грузов, вопрос в оплате заказчиков и вопрос в создании конкретного вида транспорта под конкретную задачу. Но даже ведущие корпорации, ведущие бизнес-девелоперы и директора компаний начинают конкурировать между собой. Илон Маск и Джефф Безос становятся конкурентами в этой гонке. Можно сказать, по сравнению даже как в холодной войне между СССР и США, сейчас эта гонка между Илоном Маском и Джеффом Безосом будет осваиваться либо Луна, либо Марс. Она приобретает очень такие агрессивные очертания. Юницкий же еще в 1989 году рассказал миру, каким образом создать общепланетное транспортное средство. И сейчас он не входит в эту битву гигантов, таких вот титанов, сложившихся триллионных уже индустрий. Если говорите про Джеффа Безоса, кто не в курсе, Amazon достигал триллионной капитализации, и компания Apple тоже достигала триллионной капитализации. Но задумывались ли вы, почему компания Apple на сегодняшний день не входит в эту космическую гонку? Потому что все-таки существующее руководство, топ-менеджмент компании понимает, в каких трендах необходимо двигаться. Максимум, куда они будут заходить, это беспилотные электромобили и компания Google также, но не на космическую индустрию, потому что это уже огромные серьезные бюджеты, и это полное расфокусирование, это полное распыление, как мы с вами раньше распылялись и расфокусировались, отвлекаясь на адресные проекты вместо привлечения инвестиций. И на сегодняшний день наши новости показывают то, что нам не нужно говорить с правительством, с чиновниками для создания адресных проектов, но потратьте лучше это время на ужин с каким-нибудь серьезным крупным предпринимателем, подготовив эту почву. И я абсолютно верю, что у каждого из вас есть возможность привлечь уже не 1000, 10 тысяч долларов, а все сотни тысяч долларов, потому что такой период у нас сейчас. И да, был перенос первой линии инновационного центра Skyway. Но зная обязательства, зная те взаимоотношения между Анатолием Эдуардовичем и зная мнение наших крупных стратегических партнеров, которые являются очень серьезными дипломатами и очень серьезными контактами обладают, это не просто так сдвижка. И тем более об этом не нужно волноваться. Это все согласовано на уровне правителя шаржи, потому что если бы это была бы сдвижка по нашим, к примеру, причинам из-за наших недобросовестных действий, то все равно в срок, в дату была бы запущена технология Skyway, потому что Юницкий неоднократно доказывал, что даже за 4 месяца он может с чистого белого листа спроектировать и создать, к примеру, Unibike, как это было к Инотрансу. Это общая договоренность, это общая стратегия правителей Арабских Эмиратов по тем проектам и по тем направлениям и по тем срокам,
которые взаимно согласованы с друг другом. И я думаю, когда будет открытие первой линии инновационного центра SkyWay в Арабских Эмиратах, это также будет увязано, скорее всего, и с блокчейн-направлением, и будет очень серьезный глобальный мировой маркетинг, уже представление нас как компании SkyWay, мировому венчурному крупному институциональному бизнесу, которые сейчас, возможно, нас не замечают, и для этого нужно прогреметь на Forbes, для этого нужно выступить на определенных мероприятиях, для этого нужен маркетинг и пиар. И вот Игорь снова спрашивает, к Экспо 2020 построят экотехнопарк в Эмиратах? Экотехнопарк — это неправильное слово. Сейчас там реализуется научный мировой инновационный центр, и как часть первой трассы, это трасса на 400 метров. Это как действующий проект и отдельная презентация, мировая, глобальная, не только для шейхов, но и всех тех других стран, с которыми компетентно, в отличие от нас с вами, как показала практика, повторюсь, взаимодействует головная компания. И посмотрите, что мне напоминает, это мой личный взгляд на опору, на промежуточную опору. Здание строится, самое высокое здание в мире, Крик, Дубае, и насколько также ажурно легка эта конструкция, потому что очень большая высота, очень большие нагрузки будет нести это здание, очень большое сопротивление ветра необходимо будет преодолевать. Поставьте плюсы, вообще есть аналогия, и насколько красиво выглядит наша промежуточная опора. Я думаю, что аналогия просто в десятку, и это действительно виртуозно, это гениальная архитектура и гениальная инженерия, потому что инженерия не может быть уродливой, если она просчитана. Она виртуозна и она прекрасна, как и является технология SkyWay. И все, что будет показано в Арабских Эмиратах, это далеко не для пассажирских модулей 2-3 пассажира и даже 10-20 пассажиров. Это все для того, чтобы продемонстрировать тот стандарт, на который сейчас есть уже заказы, на который есть массовые заказы. Это контейнерные перевозки, это многочисленные проекты по пассажирским перевозкам, что касается уже транспортных подвижных составов в 200-300 человек. И вот что мне нравится в нашем генеральном конструкторе, в нашем визионере, настоящем футурологе, который создает реальность, одновременно и предвидит, и создает реальность. В этом, кстати, отличие от Леонардо да Винчи, я бы сказал, потому что Леонардо да Винчи все-таки предвидел на многие сотни лет вперед, что будет, но он не мог это создать, потому что время просто было не готово к этому. И Анатолий Эдуардович сделал новый вид трассы для испытания вот этих тяжелых городских и пассажирских модулей. Вы видите колею, она достаточно более широкая, и промежуточные опоры и анкерные опоры будут нести на себя очень серьезные нагрузки. С учетом того, что будут проноситься, ну, конечно же, на экотехнопарке будут с допустимой скоростью только проезжать виды подвижных составов, потому что это наш гараж. Это как гараж Стива Джобса. Вот наш испытательный центр, это наш любимый всеми экотехнопарк. И 17 августа мы ожидаем всех на ближайшем экофесте для того, чтобы каждый желающий из вас смог прокатиться на транспорте SkyWay, который уже перемещается. И я даже не могу себе представить, сколько видео, сколько будет информационного шума в социальных сетях после экофеста 2019. Я лично ожидаю с нетерпением, потому что я хочу прокатиться на одном из видов подвижного состава, но не скажу, каком, друзья. Какие варианты, поставьте в чате. Интересно послушать. Может быть, кто-то угадает.
Но будет что посмотреть на этом экофесте, и будет что посмотреть, когда данная трасса будет доделана, потому что она создана. Да, Univint это один из моих любимых подвижных составов, потому что это модульная заменяемая конструкция. Это очень круто в рамках тренда транспорта над землей. Я соглашусь с вами, но не раскрою тайну, на каком транспорте я все-таки прокачусь. Я раскрою это буквально перед Экофестом. Обязательно надеюсь, что смогу прокатиться. И вот эта трасса, она сможет перевозить транспорт над землей как навесной, так подвесной. Представьте, что в одной точке могут встретиться действительно тяжелые виды транспорта, привозящие контейнеры, либо 200-300 человек. И представьте, какую нагрузку должны нести опоры. То есть это цельная металлическая сварная конструкция, то есть это легкий ажурный сварной двутавр, как назвал его Анатолий Эдуардович, как истинный инженер. И все просто, все красиво, все очень симметрично, фотографии с дрона очень хорошие получаются. Но самое прекрасное, что здесь будут учитаны все, может быть, шероховатости и недочеты по предыдущим трассам, и стальной рельс будет абсолютно сплошным, он будет нести на себе более серьезные нагрузки, и вот каких-то вибраций, стука, шумов их будет, не могу сказать, что совсем не будет, потому что до идеального нужно еще дорасти. И Анатолий Эдуардович говорит, что здесь, на экотехнопарке, я введу концепцию, с вашего позволения, что экотехнопарк это как гараж Джобса. Вот здесь мы химичим и создаем новые виды подвижных составов для того, чтобы их вывести на рынок. Но если, так скажем, черновой вариант, здесь черновая работа проделывается, то уже на чистовую будет все продемонстрировано в части научного мирового инновационного центра Skyway в Шарже, и далее уже это будет Абу-Даби. Это будет совершенно другое направление, о котором Анатолий Эдуардович говорил еще в 1989 году. В компост, надеюсь, в космос. Надеюсь, Вячеслав, на ОТС. Анатолий Эдуардович говорил о многих вещах еще в 1989 году, и сейчас сильные мира сего в этом году именно начинают об этом говорить, потому что приближается, на мой взгляд, экономический коллапс, и мир ищет глобальный проект. Об этом будут говорить все больше и больше, и нужно будет для этого объединяться. Для этого мы сформировали для подготовки вот этого процесса международный десант. Я думаю, что он будет высаживаться в разные страны уже после Экофеста. И справа вверху, вот я там скрываюсь за головой Франтишка Солара, вы видите первых таких вот людей, взявшись на себя ответственность, первых послов потенциальных, первых амбассадоров. Это пока что нереальные амбассадоры, потому что вот эти люди проходили первый этап собеседования. Были озвучены очень жесткие требования, и, во-первых, человеку придется, возможно, выехать на 3, 5, 6, а может быть, год в другую страну в отрыве от родственников. Человек должен обладать идеальным знанием иностранного языка, на котором он будет общаться в той или иной стране. Человек должен понимать нашу систему дубликации, человек должен знать от и до систему развития проекта Skyway, историю развития, модельный ряд, технические особенности. То есть это человек, не просто пришедший с улицы со знанием английского языка, это, я не побоюсь этого слова, воин Skyway, мирный воин Skyway, потому что все мы с вами несем достаточно мощную, светлую идею, и все больше и больше людей, я повторюсь, сейчас присоединяются на нематериальные мотивационные составляющие инвестиций. Я рекомендую всем ознакомиться и послушать, когда это будет опубликовано, речи как мои, так и остальных членов правления, потому что люди подходили и говорили, что
зажегся огонь в глазах, что все понятно, готовы выезжать в страны, кто-то готов оставить свой бизнес, но, слава богу, не продать гаражи и машины, и готовы развивать проект Skyway, отдавать большую часть жизни этому. И сейчас мы с вами находимся уже, я бы сказал, на некоторой стадии уже такого ощущения, а что будет после 15-го этапа. И многие боятся этого, многие этого ожидают. Я и ожидаю, и боюсь, потому что, знаете, это как перед каждым выступлением либо музыкант, либо спикер всегда боится. Я не поверю в то, что кто-то скажет, что не боится выступать на сцене. И мы, как члены правления, взяли на себя ответственность и максимально должны приготовить те все процессы, которые позволят привлекать в 10, в 20 раз больше инвестиций уже после закрытия 15-го этапа, для того, чтобы реализовать даже одно из направлений, которое Анатолий Эдуардович уже в своей новой книге осветил, на которые были созданы такие вот визуализации, видеовизуализации. На Экофесте 2018 мы увидели Hyper-U. Это совмещенная трехуровневая уже транспортная инфраструктурная составляющая, способная перемещать людей как 500-600 км в час, так товары, грузы 100-150 км в час, и также под землей, и под водой, и над землей со скоростью 1250 километров в час. И на это нужны миллиарды долларов. Поверьте мне на слово, что нам будет чем заниматься. Я сейчас всех вас не вижу, но когда я вижу аудиторию и когда я вижу их восторженные глаза, поставьте плюсы, кто хотел бы это развивать вместе с нами после закрытия 15-го этапа. А я могу сказать, что не только это направление будет. Будет и гумус, будет и струнное вакуумное стекло. Будут и отдельные проекты, в которые нам позволят войти. Будет и агронаправление помимо гумуса. Будут и эко-дома, будет и сектор недвижимость. Много что будет, потому что это огромный необъятный мир SkyVault. Но о чем говорят, опять же, сильные мира сего? Когда мы говорим о Hyper-U, и когда мы уже, Анатолий Эдуардович лично пишет Джеффу Безосу, Илону Маску, Илон Маск после того, как, на мой взгляд, идея лично с его подачи реализации гиперскоростного транспорта несколько провалилась, и несколько раз была смена стратегии, мы видели и сейчас наблюдаем падение акций Tesla. Что он сказал? Он будет перемещать на ракетах людей за один час из любой точки земного шара. Насколько это повредит планете? И насколько это сократит вот этот здоровый озоновый слой и возможность дышать нам с вами всем. Это ужасно на самом деле то, что делает сейчас его корпорация ради бизнеса. Потому что нужно учитывать экологическую составляющую, и когда мы все с вами поймем, что экологическая катастрофа уже приближается и нужно что-то решать, и будет очень сжатый период, как раз таки, когда, на мой взгляд, стремительно все страны будут объединяться для того, чтобы реализовать общепланетное транспортное средство, но нужно до этого думать и предотвращать такие бизнес-проекты, на мой взгляд. Потому что лучше перемещаться 500-600 км в час, лучше перемещаться 1250 км в час. Хорошо, будет Hyper-U, будет Hyperloop, но зачем перемещаться за час из одной точки земного шара в другую, неся на своем теле космические перегрузки и нанеся огромный ущерб нашей экологии? Поэтому я могу сказать, что нас ожидает светлейшее будущее. Мы сейчас перешли на новый подэтап. Я рекомендую всем сейчас мотивировать людей не только на материальные составляющие инвестирования. Они понятны, они очевидны. Прибыль потенциальная будет, на мой взгляд, огромна с учетом того тренда, в который мы зашли первыми, и того тренда, который начинают те компании, например, взять компанию SkyTrain, продолжать развивать. Но ни у кого из этих корпораций нет
100-тысячного комьюнити, которые горят идеей развития этой технологии. Это есть только лично у Юницкого, потому что все люди поддерживают технологию SkyWay. Будь то это упаковка какого-то нового продукта, если говорить про наши сторонние фонды, но люди бы не пришли в эти фонды, если бы не было технологии SkyWay. Это нужно понимать, поэтому я рекомендую вам задуматься о том, какую задачу решает проект SkyWay для нас с вами. Он сделает самым ценным время, которое для нас сохранит в пробках, в пересадках, в поездках. Он сделает самым ценным личное человеческое общение, когда мы будем выходить из сети. И вы знаете, что сейчас встречаются некоторые пары, которые просто за ужином в смартфонах сидят и общаются между собой в чатах. И тот, кто выиграл время, выигрывает все. Я вас поздравляю на самом деле и тех, кто будет слушать этот вебинар, потому что инвестируя в эту компанию, вы уже выигрываете время, вы уже обгоняете кризисы и вы спасаете планету, потому что основная миссия компании SkyWay – это сохранение экологии, сохранение биосферы человечества. Ну а теперь, друзья, на такой прекрасной ноте поставьте от 1 до 10, как обычно, как вам информация. Я несколько по-другому стал давать информацию, потому что у меня появился замечательный помощник Андрей Якомаскин. Мы будем работать, и таких помощников появится много. Мы очень скоро запускаем вебинары также на английском языке. И поверьте мне, о технологии SkyWay услышат не просто какие-то конференции. Мы, как SkyWay Capital, будем готовиться к стадионам. И если не будет времени у Анатолия Эдуардовича Юницкого включиться в прямую трансляцию и поддержать нас, мы подготовим амбассадоров, и они выступят, если не будет времени у текущих спикеров. И я хотел бы передать вам всем идею: становитесь евангелистами проекта SkyWay. И несите эту идею не просто как бизнесмены, а как люди, которые продают идею, горя ей и будучи уверенными, что вы на 100% реализуете любую свою мечту. Ну а теперь вопросы, друзья. Вы говорили об обратном выкупе долей у ранних инвесторов с учетом возрастного ценза, дань уважения Юницкого к первым партнерам. Хотелось бы узнать, когда это планируется. Это планируется, друзья, но это будет планироваться с приходом инвестиций. Как только от, я думаю, первых авансовых платежей, либо предзаказов, вот очень серьезно развивается сейчас, упаковывается направление Юнимобиля. Кстати, поставьте от 1 до 10, кто считает вообще перспективным рынок электромобилей для инвалидов. Насколько это актуальная схема? Я приведу свой взгляд также по прошедшим текущим IPO. Опять же, почему те компании, которые несут максимальную пользу, максимальное благо, сейчас делают просто иксы. И это вот одно из направлений, которое также будет упаковываться, чем нам с вами возможно будет заняться после 15-го этапа. Как только будут совершены первые платежи, которые не будут нагружать сейчас нашу финансовую схему, инвестиции идут и на шаржу, и на строительство пятого вида трассы, и на поддержание всей инфраструктуры в виде всего конструкторского состава, инженерного состава, маркетингового состава. То есть у нас уже большая корпорация, 800 человек, и всем этим людям нужно раз в месяц выплачивать зарплату, вы это понимаете. Все, что не нагружает эту систему, будет направлено на обратный выкуп. И более того, наши стратегически крупные партнеры задавали мне вопрос, сколько всего было проинвестировано. Они хотят и они горят возвратить инвестиции как можно быстрее, но, конечно же, будет дисконт не прямо $1 по номиналу, как закладывалось в бизнес-плане. То есть это будет меньше, это стоит понимать. Следующий вопрос. Какие торговые пары будут у SkyWay токен? Вот смотрите, я забыл сказать насчет тренда криптовалют и что сейчас вообще происходит. Происходят очень, очень серьезные глобальные сдвиги и такие геополитические,
высокоблокчейновые, межблокчейновые, такие очень серьезные телодвижения. Потому что в прошлом году вышла компания на ICO Telegram Open Network, то есть Павла Дурова. Многие ожидали тон к запуску. Он будет, я думаю, запущен, но сейчас у них время несколько упущено. Также планируют запустить свой коин, и это будет аналог стеблкоина, то есть это то, что привязано к текущим валютам Facebook. И сейчас Цукерберг сталкивается с огромным противодействием тех людей, которые хотят видеть все-таки реальную связку компании, технологии блокчейн. У Маска, у Цукерберга вряд ли получится просто сделать какое-то размещение, не создав связку внешнего мира с блокчейном Фейсбука, если таковой будет. И они нам протаптывают дорожку. Тот, кто обладает доступом к Твиттеру, посмотрите вообще, какие картинки появляются о коине Libra. То есть это чернейший пиар. Онлайнер отдыхает. И те там Денис Лидер и так далее, они тоже отдыхают. То есть они мелкие шошки по сравнению с тем, что сейчас выливается на компанию Facebook. И мы этот опыт весь учитываем в плане подготовки глобальной международной маркетинговой кампании для крупного рынка. И на мой взгляд, как раз таки, когда будет рассвет биткоина и все альткоины будут также расти, будет время выйти с размещением security token offering, которое, на мой взгляд, уже должно быть упаковано к тому времени. И даже нет необходимости создавать конкретную экономику токена, как было во времена ICO. Важно показать, что технология Skyway будет синхронизироваться и работать с блокчейн-технологиями. У нас огромное количество данных, которые необходимо связывать. И мы их свяжем, потому что уже, и я понимаю, о чем я говорю, поверьте мне на слово, уже технологии блокчейн готовы для того, чтобы появилась сеть Transnet. И оракулы, и умные смарт-контракты с большой масштабируемостью, то есть огромное количество транзакций в секунду. Это все нам понадобится для оцифровывания адресных проектов, но над этим будут работать десятки компаний. И токен, когда будет размещаться, на мой взгляд, это будет размещение вовремя, как раз-таки из того разряда истории про Литву, истории про хорошую погоду и многое-многое другое, что нас ожидает еще за 10, 20, 50 лет следующих. Говорили, что токены появятся в ЛК в течение 90 дней, то есть в конце июля появятся. Когда появится, тогда появится, я могу сказать, не обладая доступа к этой информации. И что я хотел бы сказать по информационному полю. Вообще, вот думайте о том, о чем вы говорите, что вы говорите. Если баба Нюра вам передала на рынке, к примеру, что, слушай, инсайт, акции такой-то компании вырастут. Вы что, пойдете и будете рассказывать своим друзьям информацию о бабе Нюре? Поэтому используйте только официальную информацию. Именно поэтому информацию по поводу потенциального подписания соглашений и так далее и тому подобное я здесь на вебинарах не оповещал, потому что очень много информации гуляет и от недоброжелателей, что там что-то происходит уже в шарже. Но недоброжелателей у нас много, будет становиться еще больше. И давайте использовать только основную официальную информацию и привлекать инвестиции все-таки не на материальную мотивацию, потому что в плане того, что инвестиции будут капитализироваться и расти, в плане сейчас формирования тренда транспорта над землей, я думаю, что всем понятно на 100%. Нет, это в официальном источнике, вот смотрите, я даже сейчас намеренно перейду. Крайняя информация, которую вы можете увидеть про Dassault Systems. Остальное все в комментариях.
Поэтому, пожалуйста, думайте, что вы говорите, как вы говорите, кому вы говорите. Только вы несете ответственность за ту информацию, которую вы передаете. И таким образом мы либо защищаем, либо наоборот сокращаем защиту наших инвестиций. Обещанные новости в Шарже. Обещанные новости в Шарже, то, что идет перенос даты, и он не был бы перенесен, если бы это, я думаю, не согласовали наши стратегические партнеры и также те представители правительства, которые нас поддерживают. В ином случае Юницкий запустил бы все в тот срок, когда бы сказали. Потому что это он неоднократно доказывал по логике «мужик сказал, мужик сделал». Еще вопросы, друзья? По аудиту. Аудит также будет готов, и никто не говорит, что аудита не будет. Также планомерно, и мы достигнем уже, я думаю, через год, через два таких показателей, когда будет финансовая отчетность. Кстати, о финансовой отчетности очень интересный момент, что Segway, к примеру, до конца не предоставлял финансовой отчетности затраты на создание производства Segway. Забыл я это сказать, 100 миллионов долларов. А вспомните, сколько нам необходимо для запуска вот этого обилия вида подвижных составов вплоть до высокоскоростной трассы. И подумайте, много это или мало, оптимально это или нет. Игорь, как покажет официальная информация, так и будет. Почему молчат СМИ? СМИ закричат, когда будет активность по нулевому километру, по официальному открытию, плюс будут коллаборации с блогерами. Много интересного, я думаю, мы увидим. Деньги любят тишину, тем более при таких правительственных связях, которые у нас есть. Шаг лево, шаг вправо, неправильно прекращение сотрудничества. Ну что, друзья, я благодарю вас. До скорых встреч на следующем вебинаре. Он пройдет традиционно в среду, то есть получается 3 уже июля. Счастливо, пока.